Друзья, на 14 часов сегодня всего лишь 20 билетов осталось в кассах нашего Ледового дворца. И завтра те счастливчики, которые придут на игру с Акбарсом, станут настоящими свидетелями огненного матча. Влад, завтра аншлаг. Это значит, что зрители придут поддерживать нас. Насколько поможет нам поддержка? Поддержка всегда помогает. Слышно, болельщиков гонят вперед нас. Это всегда мотивирует сделать что-то лучше, быстрее и постараться выиграть. Что нужно сделать, чтобы победить Акбарс? Три основных момента. Друг за друга, работать, стараться и не бояться играть. Все равно лидер, не лидер, все равно какие там фамилии, играют люди. И выходить уверенно и нагло играть. Тот факт, что Казанцев обыграл Кунь-Лунь, нам он поможет в плане уверенности? Да я не знаю, тут день на день не приходится. Может, у команды там звезды как-то не так сошлись, и вот ничего не получалось. Завтра, наоборот, они как-то побегут, все будет получаться. Что будем выходить и играть, стараться выиграть. Наш основной козырь – это игра отличная в обороне, или все-таки мы будем больше агрессивно, как требует Рябыкин, играть в атаке? Мы будем везде на максимум. Мы в обороне, в средней зоне и в зоне атаки.